І у нас Катерина Горчинська вже є на скайп-зв'язку. Власне, йдеться про те, що журналістам злили план Путіна щодо України. Ось це «Українська правда» потім передруковує. Ось і є такий документ набраний, поширений. Що ось такий є план. Власне, там йдеться про січень-лютий. Зараз у нас березень. Катерина Горчинська у нас є на зв'язку. Давайте включати Катю. Катю, добрий день. Привіт. Так. Ну, елементарне питання, звісно, а звідки у вас взявся цей документ? Хоча джерела ж розкривати це не фахово, звісно, колегам-журналістам. Але наскільки він він є автентичний? Ну, звідки взявся і наскільки автентичний, це два різних вопроси, звісно. Ну, я поставив питання, звідки взявся. Потім подумав, що як журналіст фаховий, я сказав би, взявся, звідки взявся? З джерел. Взявся з надіжного моєго істочника, з яким я доволі часто розмовляю. І він фактично із сфери безпеки, тому я йому довіряю. І у нього дійсно є зв'язки, які могли йому цей документ слити. Наскільки він автентичний? Відповідаю на второго. Да. Значит, по анализу вот этого самого моего источника, скорее всего, этот документ все-таки фейк, но составленный из реальных документов ФСБ. То есть этот документ, который был слит, по его мнению, ну не по его мнению, а точно был слит из Нацсовета по безопасности России, но при этом амуниция, которая пошла в основу вот этого документа, она была собрана ФСБшными службами и имеет подтверждение из альтернативных источников, в частности. Поэтому он мог сказать, что эти куски, они действительно аутентичны. Ну и он предполагает, что этот документ был создан для слива специально для того, чтобы проверить как бы реакцию украинцев, в частности, на идеи, изложенные в этом документе и на план, который... Ну, там несколько есть вопросов. Это там говорится о временных рамках, там говорится про январь-февраль. Сейчас март, и вот непонятно по этому плану тогда, в каком моменте реализации, если такие планы существуют. Слышно было? Еще раз? Нет. Нет? Да. Я говорю, что там возникают вопросы, там план составлен на январь-февраль, сейчас март. То есть я не могу понять по этому плану, в каком месте мы там по реализации, если такие планы реально есть, поскольку там речь идет о совершенно удивительных вещах про русские области Украины, включительно с Киевом, как мать городов русских. То есть риторика такая какая-то несколько странная. Да. Риторика потрясающая, мне тоже очень понравилось, как этот документ написан. И, ну, собственно, то, на что мой источник тоже обратил внимание, это то, что даже в секретных документах они фактически используют ту же самую риторику, которую мы слышим из официальных, вот, на официальных выступлениях. В частности, там вот Путина, когда он 18 числа читал, выступал перед депутатами и предлагал им принять Крым в состав России. Где мы находимся в этом плане? Я думаю, что этот план модифицировался после написания и неоднократно, поскольку, как видите, огромная достаточно роль и существенная, и важная была в этом плане отведена нашему бывшему президенту, который ее совершенно не выполнил, даже приблизительно. Ну, в частности, потому что он уехал в ту же самую Россию. Где сейчас мы находимся относительно этого плана? Я думаю, что слив был не случайный этого документа, что куски этого плана по-прежнему могут быть реализованы, и не случайно также говорят и наши службы безопасности о том, что есть по-прежнему угроза вхождения российских войск и всякого рода диверсий на юге и востоке Украины. Опять же, это те же области, которые были описаны в этом документе как исконно русские, как те области, которым угрожает, условно говоря, бандеровщина и фашистская власть, пришедшая сейчас ко власти. Да, спасибо. Спасибо, Катя. Катерина Горчинська была с нами на скайп-звездке.